Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте все, кто дошел до финала, кто дошел до третьего дня нашего трехдневного интенсива. Стань хакером на Java за три дня. Вы молодцы, вы герои. Поздравляю вас, вы получаете бесплатно книги, о которых вам сегодня оповестят в нашем телеграм-чате. И, конечно же, сегодня мы разыграем три сертификата на 30 тысяч рублей. Готовы, надеюсь? Надеюсь, вы все выполнили домашнее задание. Напишите что вы выполнили его, напишите ⁇ Я выполнил домашнее задание ⁇ Я молодец. Похвалите себя. Похвалите сами себя, что вы молодцы. Вы молодцы. И давайте быстренько настроим вещание. Я уверен, что вы слышали все, что я вам говорил. Если да, то я увижу ваши комментарии, что вы написали ⁇ Я молодец ⁇ Я выполнил домашнее задание. Трансляция на страничке live.skillbox.ru Можете смотреть нас на ютубе, одновременно на, наш, на нашей странице писать комментарии. Читаем ваши комментарии только на странице live.skillbox.ru Если хотите посмотреть повтор или вы не можете нас смотреть прямо сейчас, у вас под видео есть кнопка «Поделиться». Нажимайте на эту кнопку, сохраняйте запись вебинара в любую социальную сеть и смотрите повтор в удобное для вас время. Мы все также же онлайн университет Skillbox. И я напоминаю, что мы все так же Обучаем диджитал специальностям по пяти направлениям это программирование, маркетинг, дизайн, управление, игры. Более 150 тысяч успешных студентов окончили обучение в нашем университете. И я напоминаю вам про кнопку под видео. Она все так же есть, она все так же ждет вас, наши дорогие зрители. Все так же ждет, когда вы на нее нажмете. Я уверен, за эти три дня вы с нами познакомились, вы нас увидели, узнали, как мы преподаем на бесплатных интенсивах. Конечно же, это не курс, в любом случае нельзя сравнивать интенсив и курс, но. Попробовать, так сказать, в какой-то степени можно. И, и в любом случае на интенсив у нас все интенсивно, отсюда и название интенсив. Все быстро, как можно быстрее успеть за полтора-два часа. На курсах, конечно же, намного, намного интереснее и там попроще чуть-чуть. Но об этом в другое время. Я прошу вас нажать также на кнопку «Получить», забронируйте за собой данное предложение со скидками до 60%. Нажимайте на кнопку «Получить» вводите свое имя, номер телефона, электронный почтовый адрес. Если смотрите нас на YouTube, в описании от а таких 15 человек вам нужно нажать на ссылку и перейдете на ту же самую страницу. Заполняете простое поле, нажимаете кнопку «Получить доступ», вас переносит на нашу страницу с закрытой распродажей. Зачем вы делаете, оставляете заявку, бронируйте за собой данное предложение со скидками до 60% на наши курсы, Спустя один день, кстати, это предложение закроется. Потом можете к нему спокойно вернуться в удобное для вас время, когда захотите. Вы можете неделю думать, две недели думать, три месяца. Сильно, правда, не затягивайте, потому что потом могут появиться и другие предложения. Но в любом случае вы бронируете за собой это предложение, и вы уже спокойно можете размышлять и принять взрослое, взвешенное решение, вернуться к нему и сказать нам, хочу у вас учиться. Также вы получаете бесплатную консультацию от моих коллег, которые вас проконсультируют по поводу наших курсов, потому что их очень много, очень много программ, более 300 по разным направлениям. И вот в программировании это и Java-разработка, и веб-разработка, и Data Scientist, и Python-разработчик, и многие-многие другие. Поэтому разобраться самому вот в этих разработчиках бывает не так просто. Именно поэтому мои коллеги вам позвонят, проконсультируют, ответят на все ваши вопросы. Ну и, конечно же, вы сами можете подобрать прямо сейчас под себя какую-то профессию курс благодаря нашему великолепному, шедевральному, Конструктору, который для меня, если честно, похож на игру Ре крутая игра, в которой можно играть часами. Выбирайте сами под себя профессию, курс, смотрите, нажимаете кнопку подробнее, изучаете программу преподавателей. Если трудоустройство нет, трудоустройства, отсрочка первого платежа какая или нет ее, или может быть есть, или может она больше, или меньше. Все сами, сами посмотрите, сами изучите. Если вам не хватит информации, то на все вопросы, вопросы ваши ответят мои коллеги, карьерные консультанты, которые вам позвонят и ответят на все. Ответят за все. <laughs> ладно, друзья, давайте перейдем уже к нашему спикеру. А спикер у нас сегодня... О, да ладно, не может быть. Даниил Пилипенко. Какой сюрприз, Даниил! Как снова Данил. я? Снова вы. Даниил, привет. Ну что он, как дела, рассказывай. Что делаем? А, дела хорошо. Вот смотрю сейчас на список тех, кто сдал работы. 53 работы сдано, есть, есть дубликаты. Вот, так что мы отсеем эти дубликаты и будем разыгрывать. Вот, я частично проверил всех, кто сдал вот до 18 часов. Более-менее у всех все в порядке, у всех mm -hmm. работающий код. Вот, Поэтому мы будем разыгрывать сегодня э, случайным образом наши сертификаты. Э, а как именно, я расскажу э, чуть позже. Ты, Дим, еще что-то хотел сказать, да, я так понимаю? Или... Нет, 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 все, я передаю. Мы уже тебе... можем приступать. Да, передайте демонстрацию. Да. да, замечательно, замечательно. Так, э, значит, смотрите, вот, вот вы, давайте я вас сейчас отсортирую по алфавиту, э, для того, чтобы исключить дубликаты. Сейчас сортировать диапазон столбец Б. Вот а зачем я это делаю? Затем, что следующим действием мы вот эти номера, номера строчек, под которыми ваши фамилии находятся, загоним в программу, перемешаем их там. Вот вы увидите, мы с вами вместе сейчас напишем код на Java и выберем первые три. Вот, собственно, и на всякий случай их еще раз проверим. Вдруг там попадется какая-нибудь работа, которая как раз недостаточно хороша, будем так говорить. Так, ну что ж, значит, вот здесь у меня будет поле со словом «no», куда мы будем отмечать дубликаты. Давайте я зачитаю ваши фамилии и имена. Аблаев Сергей, Агеева Ангелина. Алфимов Денис, Арина С, Бедрин и снова Бедрин Владислав Игоревич. Вот, по-видимому, один из них это повтор, как раз мы возьмем более поздний вариант. Багян Юлия, Бастан Валентина, Бруцкий Владислав, Буляница Андрей, Вергун Сашко, по-видимому, это по-прежнему наш замечательный Александр, который с нами неизменно многие годы на интенсивах. Власов Семен, Гладышев Дмитрий, Голованов Виктор, Димыч Иванов. Александр, а вы не скрипт там написали, который нам постоянно сдает домашнюю работу? Интересно. Егор Игоревич Лебедев, Емец Денис, Иванов Егор из... Ровцев Станислав, Казаков Сергей, Круть Алексей, Кувалдин Иван, Кузьмин Никита дважды, Куцепалов Алексей, Лебедев Антон, Лященко Илья, Мурыгин Дмитрий, Олейников Илья, Панчурин Владимир, Петров Павел, Полищук Александр, Рыльникова Диана, Сальников Денис, Свяжин Сергей, Семеночев Алексей, Сергеева Анастасия, Соколов Владимир, Сурен Шарян дважды, и Сурков Анатолий Артемович, Сурков Святослав Артемович. Вот я проверил, действительно разные люди. Вот, но, по-видимому, братья. Сухоручкин Глеб, Токарев Олег, Усольцев Денис, Ушаков Сергей, Филатов Николай, Халфин Динар, Чубарых Дмитрий, Шейбак Ксения, Шикер Тимофей, Александр и Кашкаров Кирилл. Я, коллеги, сейчас прошу прощения, я отключу демонстрацию буквально на секунду. Я проверю, что вот в начале у нас был некто Бедрин, что это один и тот же человек по контактным данным. Да, это один и тот же человек. Все в порядке, просто контактные данные мы не демонстрируем. Так, ну что, теперь мы сделаем следующим образом. Значит, мы вас всех отсортируем по столбцу «Ноу». Ну, для того, чтобы дубликаты убрать из розыгрыша. Сортировать диапазон сначала по столбцу B, а потом по столбцу A, по дате э, сда сдачи работы, соответственно. Вот, вот так. Э, соответственно, здесь э, мы начнем с тех, кто вчера сдавал, ну и так далее. Итак, значит, у нас есть потенциальные участники розыгрыша с пятого номера. Кстати, сегодня никто не опоздал, удивительным образом. Все сдали вовремя. То есть мы, мы ни одного человека сейчас не отсеяли ни по каким причинам. Все, уча... все кто сдал домашнюю работу, все участвуют в розыгрыше. С пятой строчки по 54-ю. Вот, с пятой по 54-ю. Вы уже знаете, что мы можем с помощью циклов разные числа порождать, собственно, порождать числа там по порядку, от 0, допустим, до 5, а можно вот от 5 до 54. И мы эти числа с вами сложим. Создадим вот такой вот объект класса ArrayList, который будет в себе содержать целые числа numbers. Это список, по сути. Вот. И с помощью цикла э, положим туда числа от 5 до 54. Видите, я здесь написал и меньше либо равно, то есть строго до 54, то есть до 54 включительно. Мы будем добавлять эти числа. Add и. E. Вот, и дальше я, собственно, пишу еще один цикл, который будет печатать все эти числа, которые мы добавили. Ой, что же я пишу-то сегодня? Size. И плюс плюс чтобы убедиться, что всех вас мы сюда внесли. numbers.get от i. Вот здесь между этими двумя циклами мы перемешаем э, вот эту вот коллекцию numbers, это метод shuffle. Сейчас я сначала его закомментирую, давайте мы распечатаем номера всех, чтобы убедиться, что в, нашем, в нашей коллекции numbers все номера от 5, от 5 до, 50, до, 50, до 54. Есть и дальше вот. Давайте посмотрим здесь убедимся. Вот смотрите насчет от пятого до 50 до 54 что я говорю. Вот дальше мы будем распечатывать только первые три и дальше мы вас здесь перемешаем. Но перед тем как запустить этот код давайте посмотрим на ваши вопросы. Так всем привет, hello, добрый вечер, hello, hello world, ждем Ля, скиньте код. А мы сейчас код, кстати говоря, посмотрим. Вот всех троих победителей. На предмет, во-первых, того, работает он или нет. Если он не работает, мы будем проводить дополнительные розыгрыши. И, во-вторых, на предмет того, как надо было писать. Можно ли VDE-оболочки jar-файл превратить в .exe-файл Windows? VDE-оболочки нельзя, но есть куча всяких инструментов, которые позволяют это сделать. Так, опа, классика, ага. Хай всем, привет. Здравствуйте, спасибо за интенсив. Мучает вопрос, а зачем нам в этом задании вообще понадобилась многопоточность? В мейн запускаем программу, создаем скриншот, потом передаем это все в MyFred, и у нас включается второй поток. Ну а первый-то уже ничего не делает, можно было все написать в одном файле, или я упускаю какую-то хитрость. Первый ничего не делает, первый ждет, он занят ожиданием вот этих 5 секунд, пока второй грузит файл. И второй может грузить файл сколько угодно, и 5 секунд, и 20, и 100 секунд. Если он грузит, допустим, 10 секунд, то это не мешает отправлять скриншоты каждые 5 секунд. Вот в этом смысл. Так, значит, здравствуйте, мы в эфире, обновляйте страницу книгу. Давай, мы пошли. Так, минус, плюс, минус, я выполнил ДЗ, я молодец. Я старался. А если не получилось, ну плохо, я выполнила домашнее задание. Ангелина, вы молодец. Так, я выполнил, я молодец. Плюс, выполнил, выполнил, я питание. А я питанист. Вот так вот. Ну, бывает. Так, а, а будут какие-нибудь сертификаты для портфолио, что проходил интенсив, трехдневный курс? Это не трехдневный курс, это интенсив, поэтому сертификатов никаких не будет. Так, я выполнил ДЗ, выполнил ДЗ. Выполнил ДЗ. Здравствуйте. Кто молодец? Кто выполнил домашнее задание? Так. А вы выполнили, Петр? Я вас тут не помню. Вы, наверное, не молодец. Так. А -а -а. Не выполнил. Плохо. Так, делал, не доделал. Бывает. И спикер сегодня у нас. О, боже, я не верю. Так, так, так. 18.59 же. Ничего, что я сделал ДЗ в VS Code, а не в IntelliJ. Это мой комп-картошечка немного. Не может тянуть интеллиджей. Да, бывает, бывает. Такое ничего страшного. Угу. Меня нету почему-то, хотя я сдал, пишет Сергей Казаков. Он пишет. увидел себя потом. А, он все увидел. Угу. Это хорошо. Ладно. Так, сори, увидел, вижу. Можно сортировать по времени сдачи. Не хочется быть в конце списка. А все равно вот этот шаффл он как бы перемешает всех. Поэтому неважно, в начале вы или в конце. Покажите код уже, а то я не могу понять, что у меня не работает. Ну, вот коллеги теперь могут прислать свои решения в телеграм-чат. Теперь это можно. Так, хотя, подождите, давайте мы сначала разыграем. Сразу признаюсь: уберите меня из розыгрыша. Это Панчурин Владимир. ДЗ не работает, но хочу просто понять, что у меня не так. О, как! Честно. Честно. Так, Владимир. Мы здесь пишем слово no и уберем вас вот туда вот повыше. Вот сюда, вот. Это значит, что у нас а, с 6 по 54. Угу. Владимир, ну что делать? Что делать? Да, спасибо вам за честность. Спасибо. Так, с 6 по 54. Это я просто для себя. Можно удалить. Так, давайте читать дальше. А то тут разное бывает. Так. Значит, не смог понять, как записать именно не конкретные картинки, как в примере, а выполненных скриншотов, чтобы выгружать их в Dropbox после выполнения? Не очень понял. Как записать имя как в примере, а выполненных скриншотов? Все равно не понял, что вы имеете в виду. Какое имя вы хотите? Вот, я вам предлагал имя в формате даты и времени. А вы какое хотите? Что вы думаете о Java Rush? Обучении там? Ну, э, могу сказать только от себя, не от имени Skillbox, а от имени компании Symbioway. Вот, и, и, себя лично, что Java Rush излишне теоретизирован. Там слишком много. Слишком долго, слишком много, и слишком сложно. Вот, в Skillbox гораздо все проще. Так, не додел, что-то не заработало. Имя скриншота. Что такое имя скриншот? Напишите, какое конкретное имя скриншота вы хотите, Денис писать там лошадь один, лошадь два, что вы хотите. Или чтобы вас распознавалось, что у вас на картинке вы, вы имеете в виду. Я не очень понимаю. Просто слово скриншот, скриншот один, скриншот два или, или что? что? Что такое имя скриншот? Так, ну что, друзья, мне кажется, что пора. Угу. Дим, как считаешь? Да, пора? да, уже пора начинать. розыгрыш. Ну, полетели, что там, собственно, тянуть-то. Так. А он сразу три выдаст, да? Да, он сразу выдаст 3. 37, 43 и 34. Поздравляем. Так, пока ну, не поздравляем. Багаж надо не поздравляем, проверить. да, надо проверить. Так, 37, Куцепалов Алексей Олегович. Мы пока вас оранжевеньким отметим. Так, чтобы не ошибиться, возвращаемся назад. 43 и 34. Так, 34 у нас здесь же, Кузьмин Никита Сергеевич. Uh -huh. Вот. А вот 43, Лебедев Антон Александрович. Тоже здесь, рядышком. Главное, и... чтобы работало, да? 37, 43, 34. Ну, не только. Не сохранять файлы на компьютер, угу. например. Вот. Ну... Да, чтобы работало и файлы не сохранялись. Так, ну что, начнем вот с Никиты Сергеевича Кузьмина. Давайте смотреть вашу работу. Так. Так. Алина Луценко там написана. Чего? Сейчас, еще раз. Кузьмин Никита Сергеевич. Действительно, Алина Луценко. Вы Алина Луценко или э, Никита Сергеевич Кузьмин? Mm. Не очень понятно. Не очень понятно, кто вы. Но э, скриншот, очевидно, есть. Да, очевидно, есть. Среда разработки там есть, и все хорошо, и все работает. И в коде у вас все более-менее в порядке. Единственное, что в один try нужно было, конечно, это все запихнуть. Коллеги, обратите внимание, как написан код. То есть у нас в конструктор передается клиент и buffer-image. Это я показываю для тех, кто просил. Собственно, собственно, просил, так сказать, показать хороший код. Вот хороший код. Смотрите, здесь вот клиент, имидж, форматор сюда вот э, наш замечательный э, Никита или Алина, уж не знаю кто. Вот, значит, date now, date. Вот, вот здесь сюда они передаются. Здесь, соответственно, в методе run by вот сразу создается. И сюда пишется картинка, которая пришла вот отсюда. Она прям пишется с помощью image.io.write. write. Вот единый try -catch, если бы вы сделали, вообще цены бы вам не было. Ну, так тоже хорошо. И вот этот файл metadata лишний, видите, серенький, он не используется. То есть вот, вот это можно все удалить, вот, вот эту часть. Вот, а здесь вы загружаете, вот, и формат у вас now get time. Вот. Now, get time. Так, а форматор-то используется? А форматор используется, да, все. Все хорошо здесь у вас, все четко. Вот хороший код, замечательный. Вот. Так, ну что ж, уважаемый Никита или Алина, уж не знаю, кто вы, я вас категорически поздравляю с победой. Вот. Неважно, кто вы, важно, что вы победили. Мы вас отмечаем зелененьким цветом. Вы молодец. Никита пишет, что это почта не его, это Google. Ошибся, видимо. Ну, Никита, главное, здесь, в чате он увидел себя. Ну и хорошо. Так, Куципалов Алексей Олегович. Смотрим ваш код. Вот здесь вот имя, да, Алексей Куципалов. Угу. А, я понял, все, смысл в том, что, да, имя подставляется, видимо, того юзера, который, собственно, отправлял. Так, Алексей, что вы тут творите, так сказать? Цикл у вас не бесконечный, обратите внимание, не страшно, конечно, понятно, что это всегда можно убрать. Здесь вы все делаете, как, в общем-то, нужно. Назвали, правда, не очень хорошо вы, Фред друйбо. хотя бы, там, скриншот-сендер как-нибудь так. То есть это вот его нужно обзывать как-то так вот. Здесь слишком много try -catch. Вот есть общий большой try -catch. Соответственно, вот этот внутренний не нужен try -catch. здесь уже. Вот. Ну да ладно. Давайте посмотрим вторую часть вашего кода. Так, здесь все хорошо у вас. Вот видите, да, коллеги? Здесь все нормально. Тут все более-менее хорошо. Output stream. Все оплодится, все четко. Давайте посмотрим на результат. А результат есть. Формат верный, аж в 3 часа ночи. Страшное дело. Страшное дело. Что-то у вас... Что-то у вас там... 2021, 28, 16. Что у вас с датой не то? С датой у вас не то. Видите, у вас минуты сюда попали вместо месяцев. 28, то есть 01 должно быть. Вот, 16 это, по-видимому, что это? Это 16 января. То есть, вот, дальше часы, минуты, секунды. Часы, видимо, тоже. А, часы у вас не то, вы поставили не ту букву, у а вас 0,3 вместо 15. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Не очень страшно, просто здесь другой формат, как бы все перепуталось. Вот, за это не будем вас карать. И поздравим с успешной победой. Уважаемый Алексей, вы молодец. Так, Лебедев Антон, да, видно, что вы, скорее всего, вообще новичок, скорее всего, вы просто вот вообще никогда ничего не программировали в жизни. Алексей, напишите, пожалуйста, какой у вас опыт нам в чат, просто вот интересно. И Никита тоже напишите, какой у вас опыт программирования. Так, Лебедев Антон Александрович, смотрим вашу работу. Так, так. Да, ска... давайте так. Сколько лет и какой опыт программирования? Это важно. Так, Антон Лебедев, смотрим. Так, run. Ну, вы все запихнули в метод run. Ну, как так можно? Ну, я же просил сделать по-другому. Зачем же вы. Зачем же вы так делаете? Так, байтер. Батарей... <с Cuba> <к> ну, вы все загружаете. Каждые 5 секунд. Но вы сделали работу не так, как я просил. По-видимому, вы были с нами когда-то раньше вот. и сделали ее так, как мы делали ее раньше. И это не очень хорошо. Дим, что будем делать? Прям даже я не знаю. Ну, если он сделал не так, как мы сказали сделать, значит, работа не засчитывается, получается, так? Но работа работает при этом. А, понимаешь. работает. Да. Ага. Но это решение с одного из предыдущих интенсивов. Мы раньше давали вот так все. В этот раз было все по-другому. А то есть он взял предыдущее? Взял предыдущее решение. Да, решил еще раз поучаствовать в розыгрыше. Ну давайте зрителей спросим. Можно зрителей спросить, как они думают, если хочешь. А, мы опрос можем создать? Можем, Сейчас. можем без проблем. Прям голосовалку. Давайте так, друзья. Значит, вот Антон поступил следующим образом. Он взял решение с одного из предыдущих интенсивов, вот, и сделал его возможность предыдущих интенсивов но ну, очень похоже на то по крайней мере и сделал его так вот топорно то есть запихнул создание клиента то есть у нас клиент клиент здесь создается а и более того смотрите загрузка не в отдельном потоке у нас идет видите mm -hmm. не в отдельном потоке то есть у нас грузится сначала то есть у нас не каждые 5 секунд оно еще загружается не я думаю мы можем аннулировать это решение mm -hmm. смотрите не каждые 5 секунд загружается видишь ну да ну, если так, тогда надо аннулировать. Я пожалуйста. думаю, аннулировать. Да, давайте аннулируем. К сожалению... Антон, Антон, извините, вы сделали не так, как мы просили, совсем. Вот. И у вас не каждые 5 секунд загружается, и вообще здесь вот... Вот, как бы не, не, то, что, не то, что хотели мы увидеть. Антон, вы молодец в том смысле, что вы сделали это решение, что оно хоть как-то работает, но вот оно не удовлетворяет одному из важнейших условий, что картинка должна грузиться каждые 5 секунд. Вот, поэтому, к сожалению, мы аннулируем и проводим дополнительный розыгрыш, дорогие друзья. Давайте мы сделаем следующим образом. Поскольку те участники, которые уже выиграли, ну, мы здесь напишем слово ЕС. Ладно, уж не будем писать слово Мы Мы вас просто вверх переместим, чтобы среди вас уже не разыгрывать второй раз. Вот так вот мы сделаем. Так, кому-то сейчас еще повезет. Кому-то сейчас. Все же отчаялись, наверное, но у меня, на меня не попало. А тут сейчас, значит, еще один вариант будет. Так, ну у вас ноу, no, но тем не менее. Но тем не менее. Так, у нас с 9 по по-прежнему 54. С 9 по 54. Давайте сделаем это. Так, с 9 по 54. И здесь у нас ну, один участник. Можно прямо вот сделать вот так вот. Get от нуля. Вот. Можно было случайные числа там перемножить. Ну, давайте просто вас всех опять возьмем с 9 по 54. 37. Интересно, очень интересно. 37. Шейбак, Ксения Павловна. Давайте проверим, Ксения, вашу работу. Пишут ли нам коллеги там что-нибудь? пока вот Да, пишут, пишут. Пишут, говорят, ай-яй-яй, он, как так, пацан, пацан к успеху шел, главное, чтобы работал, неважно как, главное, чтобы работал, тогда не трогать. <как> ну, ну, друзья, все. Друзья, есть проблема. У Ксении мы видим ту же самую картину. Вот создается скриншот, и вот он заливается. Заливается он хрен знает, сколько времени, а потом опять 5 секунд паузы. То есть, у вас что мы видим? Мы видим 43, 51, то есть здесь совершенно не 5 секунд. Вообще даже близко 9 секунд, 8 секунд. Друзья, ну давайте, раз уж мы с Антоном так поступили, Ксения, ну, простите, что делать? Давайте еще разочек разыграем. Так, теперь с 10 номера. Интересно, становится очень интересно. Друзья, мы будем для тех, кто постоянно к нам ходит, значит, мы теперь будем немножко менять каждый раз постановку задачи: что вот это вот. Потому что нечестно по отношению к действующим участникам, к новым участникам, что старые участники, которые уже прошли 10 таких интенсивов, вдруг, значит, еще раз участвуют в розыгрыше, там с той же вероятностью. Нужно работать, если вы хотите участвовать в интенсивах, извольте, так сказать, выполнять требования очередного интенсива. Так, 28 номер. Давайте посмотрим, кто бы это мог быть. Димыч Иванов. Что интересно? Угу. Что интересно? Так, Димыч это фамилия, по-видимому. Иванов это имя. Дмитрий, вы как бы это, когда форму заполняете, то. Да что ж ты будешь делать? Опять то же самое. Опять то же самое друзья, вы что, участвовали в предыдущих интенсивах? Реально? Ну что же вы творите-то? Что же вы делаете-то? Вот я опять здесь вижу. Я вижу даже не 5 секунд, я даже вижу какие-то очень странные здесь. Как бы. Ну, ну, ладно, здесь каждые 5 секунд. Но что-то я по коду. Так, давайте сейчас еще раз. Сейчас успокоимся, выдохнем. Все хорошо. Так, headless exception. Что за headless exception? Что это такое вообще? Откуда вы взяли headless exception? Поток на сервер. Файл. Так, мы оплодим. Создаем. Оплодим. Так. Ну, здесь, смотрите, здесь есть разница. Разница состоит в том, что... Нет, здесь все как раз в порядке. Здесь вы вот это вот все передаете сюда и создаете каждый раз клиента. Вот, это, конечно, плохо, но это не смертельно. Дропбокс сдержит большое количество соединений. Вот, грузите, и вроде дальше там все в порядке. И вы не Паузу, видим, вы делаете вот здесь в методе main, судя по тому, что у вас каждые 5 секунд здесь загружается все стабильно. Но обратите внимание, что вот это нужно все-таки запихнуть в конструктор. Было. Может быть, будем строги, Дим, сделаем, оценим вот так, как мы, собственно, просили запихнуть это в конструктор. Вот ну, слушай, если уже начали отменять победителей, тогда надо придерживаться этой планки. Тогда. До конца. До конца. До конца. Иди, да, да мы, скажем так: у вас не лучшее решение здесь, потому что вот э, много посоединений плодите. Представьте, у вас интернет отвалится на часочек. У вас будет 500 коннектов с uh -huh. другой. Не отвалится, а станет сильно медленным. Поэтому давайте мы вас все-таки, к сожалению, тоже аннулируем. Вот. И разыграем еще раз. Что ж, что ж творится? У нас такого никогда не было, друзья. Первый раз в истории. Так, люди с 11 люди <свист> уже пишут, а конкурс становится интересным. <свист> <клев> да, давайте. Потому что всегда говорили, что вот... Мы хотим, чтобы самые лучшие решения, вот, э, так сказать, бывали такие у нас. Но решение бывает не очень хорошим. Да? Вот у нас до этого было как бы множество трайкетче, но это не страшно. Оно работает, все работает четко, классно, замечательно. И вот такой страшной вещи, как порождение большого количества соединений с дропбоксом, там не происходит. То есть с этим можно ошибиться. Давайте так. 41. Кувалдин Иван Вячеславович. Пометим вас для начала оранжевеньким. И проверим вашу работу. Так, Иван, ну давайте посмотрим. Так, Фред, отлично, клиенты здесь, все, баффред имидж, сложновато немножко, output Stream, много, много слишком опять трайкетчей, но все четко, у вас все четко, хорошо, правильно, вы молодец не к чему особо здесь придраться. Каждые 5 секунд загружается. Здесь реально скриншоты вон среда разработки видна. Все, супер. Наконец-то. Иван, мы вас категорически, категорически поздравляем. Вот. То, то решение, которое я хотел увидеть. Замечательно. Замечательно. Вот. Так, друзья, э, значит, я вас прошу. Вот мне интересует, что нам написал Никита, что написал Алексей, что написал Иван по поводу своего уровня и возраста. Иван, напишите, пожалуйста, какой ваш возраст, какой ваш уровень программирования. Это интересно. А вот Антон, Ксения и уважаемый Димыч, э, вы э, что что вы пишете? Мне интересно. Ди Димыч пишет, что все четко у него в мейне. В мейне все четко, но создавать соединение каждый раз – это плохо. Я специально показал конструктор для этой цели, чтобы вы его использовали. А вы его не использовали. Почему? Я даже сказал, что туда нужно положить клиент и имидж. Я написал это в коде. Так, значит, вот про exception я не говорил, что надо все в один exception. Тут как бы нормально все. Поэтому давайте техническое задание как мы будем… <theaters> Но, уважаемый Димыч, вы можете прийти на наши следующие интенсивы. Никто не мешает поучаствовать в розыгрыше еще раз. Mm -hmm. Так, реально делаешь Дз мало. М -м да нет, почему? А -а не так. Уж. Я же говорил, 80% все остальные со старым кодом. Тогда только два победителя будет. Ха, интересно. Рич, тарак, рич Токанава. Интересно. Осуждение, осуждение. Так, тупо смерть это неинтересно. А это интересно. Пацаны, что-то скучно. Я не участвовал в предыдущих интенсивах. Но я и задание не выполнил. Но со скидками, mm -hmm. думаю, начну обучение. Go так, киньте юзеры в ТГ в ответ на это сообщение. Хоть познакомьтесь. Так все четко. У меня 8 часов страдал, а тут люди даже не парились. Да, да, вот есть такой момент. Так, Димыч Иванов. Да, вы сделали, ну, такую ошибку, о которой, в общем, я говорил. Да. Можно просить админов передать кому-то чат, продолжить общаться. Мы чат не будем удалять, не угу. переживайте, можете там общаться сколько хотите. Так, э -э так, я часов 7 сегодня тратил. Да, да, друзья, да. Скриншоты делаем, будет 4. Go, так, киньте юзеры. Так, 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 так. Так, 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 наконец форматер не используется. Где это? Где это не используется? Используется. Здесь или тут? Сейчас, где не используется формат? Нет, там все хорошо было. Вы чего? Все нормально. С форматом все хорошо. Все, все хорошо. Вот форматер, формат. Все используется. Так, смотрим дальше. Все есть. Мне кажется, или код похож на чей-то другой. Нет, нет, коды разные все-таки у вас. Просто гляньте, в чем у меня проблема. Так, дайте ссылку на чат, please. не буду смотреть чужой код, сам доделаю. Вот, друзья, значит, у кого не получилось, у кого не очень хорошо, вы видели хорошие коды, перепишите коды под, под этот образец. Сделайте один exception. Друг с другом поделитесь. Я вас призываю оставаться в чате еще для того, чтобы попробовать сейчас доделать это домашнее задание просто для себя. Вот, это может быть для вас полезно. Тех товарищей, которые поопытнее, кто был с нами, я благодарю за подсказки, благодарю за поддержку наш, нас и, и вас. Вот. И, соответственно, прошу также прокомментировать вот те коды, которые коллеги сейчас будут, может быть, сбрасывать своих решений, писать туда замечания, чтобы все могли немножко, так сказать, отточить свое мастерство вот на этом домашнем задании. Вот. Спасибо вам большое. Вы все большие молодцы. Молодцы то, что не побоялись сдать, даже несмотря на то, что вы были на предыдущих эфирах, некоторые из вас. Вот. Поэтому... Так, ссылку на чат скиньте, вот коллеги, коллеги просят. Вот, поздравляем победителей, вы молодцы. Вот, э, мы вас ждем всех на наших курсах. Спасибо большое, что были с нами. Я так понимаю, будем прощаться до следующих интенсивов. Данил? Да. Да, все. Спасибо большое, Даниил, тебе mm -hmm. за эти три дня: то, что обучал нас, то, что раз, помог разыграть эти призы. Спасибо вам, дорогие зрители. Все получаете, конечно же, книги. В телеграм-чате вам все напишем, все скажем, как их забрать. Ждем вас на следующих интенсивах. Кстати, на следующей неделе у Данила тоже будет интенсив. Другая тема. Другая тема. Но кому интересно, присоединяйтесь, посмотрите нас. Всем спасибо, всем пока. Все, всем пока.